социальных средств, применение физической силы, там, каких-то моментов, которые разгоняют. Мне очень приятно, что вы это понимаете. И мне просто непонятно, кто не понимал это ночью. Это очень хотелось бы узнать, потому что то, что мы увидели в 5-6 утра, это шокирует. И ну, студенты, которые здесь были, это могут быть наши братья, сестры, знаете, дети. Мы вот не можем на это не реагировать. Знаете, что меня шокирует? С моим подразделением, пока мы здесь стоим, и вот это ребята настоящие патриоты, вот им не надо одевать там выше, ну, я верю, как бы, заочно априори, но это я вижу и чувствую, это одно подразделение. Вот эти люди настоящие патриоты. Нет, потому что они поклялись на верность. Но кто-то это сделал, кому президенту или народу. Они год своей жизни отдают родине, какой бы она ни была. Есть такая власть и такие приказы. Ну, бить людей — это, ну, не уровень, не Европа, да? Ну, кто-то это сделал. Коли одні правоохоронці порушують закон, інші правоохоронці, які теж на місці, вони мають припинити правопорушення чи ні? Чи вони мають мовчки спостерігати? Хороший вопрос. Я думаю, наверняка должны когда прекратить. Но понимаете, что когда, ну, серьезные мероприятия массовые, есть один там старший воинский начальник, который берет ответственность, надо снимать. Видите, опять же, я сейчас с вами говорю, вот вы мне задаете искренний вопрос, я вам искренне отвечаю. Помимо того, что, ну, это снимают там несколько сразу людей, и это потом может трактоваться по-разному. К сожалению, та информация, которая в СМИ попадает, она не всегда является такой, какая она есть. Мы это зависит понимаем. Иногда от канала, оппозиционного, неоппозиционного. Если людина была попереджена про то, что она порушила, да, там, громадский порядок, секундочку, еще до неї будут... Попереджена – это громкоговоритель, когда берут и говорят, что там, шановні громадяни, вы порушуєте там якусь статтю. Секундочка, нічого не порушували. Ніхто нічого не нарушав. Ніхто нічого не нарушав. Я не суддя. Это компетенция какой власти в нашей стране? Судья. Правильно? Вот пусть пишите заявление в суд. Пишите заявление в суд. А не, я очень надеюсь, что люди, которым разбили голову, которым поломали ноги. Господа, вот, вот вы это все сняли, я вам сказал, да? Я ответил на все ваши вопросы. Да. Ну, все, спасибо вам большое. Все нормально. Как ты прямо есть? Вы охраняете юбку на ноги. Я должен ответить, потому что мне неспокойно. Когда вот, да, передайте тоже ребятам, которые приходят на митинг, там, за, они Европу против, не имеет значения. Вот здесь люди стоят. Возможно, ваши дети, да, грубо говоря, такие же участники митинга и так далее и тому подобное. И не ребята, надо первое, их смотрите, ходить там первое, ногами. Я верю, что лично не ваше подразделение этого не делало. Вот это патриоты. Да? Им не надо вышивать. Я это верю. Это первый момент. И, никого и второй не момент, к сожалению, вы, ну, на вас подойдет какое-то количество агрессии, потому что люди в вашей форме это сделали. И это факт. И ну, это видели это очень много людей. Это было бедно, потому что это не...